поддержку акции нашего радио «Армавир» выступил веломагазин «Четыре сезона». Официальный и единственный представитель компании «Форвард» в городе. В магазине имеется большой выбор двухколесного транспорта. От прогулочных вариантов до профессиональных моделей. Широкий ассортимент детских велосипедов, а также аксессуаров для обслуживания. Для юных любителей быстрой езды имеются брендовые модели электромобилей. Победителю акции веломагазин «Четыре сезона» подготовил сертификат на 3000 рублей. Четырехчасовая велосипедная прогулка для двоих – таков приз от следующего спонсора акции – пункта проката велосипедов, работающего в Армавире с 2013 года. Отличное состояние транспортных средств, регулярный технический осмотр, приемлемые расценки сделали пункт проката одним из самых популярных в нашем городе. Арендовать велосипеды здесь можно как для часовой прогулки по городу, так и для путешествия на несколько дней на длительные расстояния. «Катайся с нами, катайтесь сами, катайтесь лучше нас» – таков слоган команды. «Сантехюг» – еще один спонсор велопробега. Он занимается продажей и монтажом систем отопления и водоснабжения. В магазине широко представлено отопительное оборудование известной немецкой фирмы «Вайланд» и словацкого бренда «Протерм». Ручная сборка, 3 ступени проверки качества заводом-изготовителем при выходе, достоинство продукции. Также в «Сантехюг» имеется большой выбор ванн российского и зарубежного производства. В продаже представлена мебель для ванных комнат, душевые кабинки. Для 3 лучших велогонщиков «Сантехюг» подготовил комплект 3-ступенчатой системы водоочистки. Стать участником велопробега в честь нашего радио может каждый. Подробности акции на сайте www.amedia.tv. Дарья Топчива, Александр Жерелев, служба новостей «Армавира».